Привет всем, привет! Погодка у нас сегодня вот такая. Но все равно в храм надо съездить. Там есть что посмотреть и без подъема, так сказать, наверх. Рубашку все равно на всякий случай надо взять, потому что не так уж и жарко при дожде. Кажется, все будет чики-пуки. Выезжаем. Так вот, Игорек идет. Вон он. Наверное, вперед сейчас сядет. Привет. Здорово! Так, четверо влезут? Не знаю. Вон она. Если видите. Вон туда мы сейчас, скорее всего, пойдем на самом верх. Не знаю, насколько это получится. Посмотрим. Могут и не пустить, кстати. Мы остановились купить дождевики, там посмотрим. Опять я за рулем, ребят. Уже идет шестой месяц стажа вождения. Ребята сзади просто не все знают. Я права получил только в июле. Водитель крестится, пассажиры молятся. Да нет, водитель нормально водит. Говори. Дождик. Да лучше наварить. Сегодня погода нам фартит. То, что надо для подъема наверх. Не жарко. Не жарко, да. Свежо. Скользко. Скользко будет. Потому что там есть деревянные ступеньки. Я не знаю, как сейчас все сделали. Но при мне были деревянные, там по ним еле вообще можно было забраться еще. А потом уже нормальные идут по горе. Но там ждешь, когда же ты уже наверх поднимешься. Просто ну никак ты не ожидаешь. В смысле, ждешь людей, пока поднимешься? Нет, не людей. А чего ты? Когда закончится. Ждешь, когда закончится лесенка. А. Ну как, ночью не было страшно? Ночью страшно. Ну, а так было пофигу уже. Спускаться уже было без разницы, но тоже очень сложно. А тем более сейчас при дожде спускаться, да? Посмотрим. Ворота храма Тигры. Храм Тигра, смотрите, новый пик устроит, вообще просто огонь. Я не знаю, когда ее начали строить, но уже интересно. Я опять же, я не знаю, мы полезем наверх или не полезем. Нам лезть вон туда. Вон тот самый верх. Вот этого я еще не видел. Этого я еще не видел. Да, строить новое что-то. А теплый дождь-то. Да, здесь только все строится. Я понимаю. Все на пожертвование. Все будет. Это реликвия Будды. Вот там наверху. Какая-то реликвия. Что-то там лежит. Я не пойму. Сильно уставший голубь. Кошечки съедят. Я на планетяшке. Зверь с хвостом. Хищный. Ну не было так облагорожено, короче. Все было в деревянной лесенке. Опять мы будем мучить себя. Уменьшили количество ступенек. Вот так вот. 300. Там что-то такое это. Ну начинаем. Кто считать будет? Это все закрыто было. Там на камеру, наверное, не будет ничего видно. Только начало. Сколько там ступенек? Где-то 900, да? 920. Еще 300. 340. Еще где-то 180 ступенек. Вот туда. Видос какой тут, а? Холодно, ребят, я рубашку одел.
83 ступеньки. Есть туалеты. Если замерзли, можно погреться. Что? Пользуйся еще лайфхаком. 1187 ступенек. Всего 1260. Вон он, я вижу уже. Я забрался. Лодка, облака, скалы. Замуровали демоны. Вот ты попей водичку. Сейчас попью. Здесь ничего не изменилось. Все то же самое. Такой же холодный пол. И нам туда вниз потом. Вон туда. Наша машинка вон там около черной крыши. Ребят, прохладно тут. Сейчас нужно уже спускаться будет скоро. Сейчас ребята там посмотрят. И будем спускаться. Ну я второй раз тут. Ничего не изменилось, но классно. Огонь. Ой. Очень красиво. Тяжело поднимался. Третья? Уши, уши заболели внутри. Продувай, чернос. Да, я третья. А тут всегда чемпион. Чемпионс. Ногам тепло. Виски сложил, мне кажется. Ну и последний рывок на самый верх надо. Вон здесь собачка еще. Здесь можно спрятаться от ветра. Это самая высокая площадка. А там вон такая. Бобик тут обосновался, ему нормально. Все колокола обязательно позвонить. Что делать? Банан жрет. А это банан с палочками. Класс. Не фритываешься, получается. Все, самая высокая точка.
Не буду пьет, обезьянки пьют. Вкусняшка-то сколько, да? Ням-ням-ням. Ой-ой-ой-ой-ой. Яйца у тебя какие большие. Ну давайте уж финишная точка. Может все, пошел. Ну все, манго стащил, да? Манго? А, это от кокоса была стружка. То манго как иначе. Ну-ка, дай манго. Пироженки. Все воруют, все. Что, почесать спинку? Камикадзе. Вот кто на самый верх залезает. Вот самая верхняя точка. Да, обезьян пришло много. В тот раз вообще их не было, нифига тут. Малыш. Не трогаю я тебя. Можно водички попить. Понравился палец вверх, ребят. Это очень сложно, поверьте мне. А с моим весом это еще сложнее. Идем вниз. Ну, я, знаете, вообще спортсмен. Не пьют и не курят. Бобику все легко. Бобик. Ну, прям в припрыжку сейчас бежала. Меня спускают. Пол пути обратно прошел. Даже надо ступеньку еще поднялся. Спускаться полегче будет, но тоже ноги забиваются. Как-никак. Но здесь уже теплик уже. Рубашку хочется снять. Я сумел это сделать. Подняться и спуститься. Для пятюня. Ноги просто отваливаются. Индусов тонны. Просто тонны. Там не только буддийский, там еще индусский. Но сейчас они все пожалеют то, что одели дождевики, потому что все пропотеют моментально. Ребята все сразу сняли. Почти. Ну, кто не верил, тот снял попозже. Короче, ребят, посчитали 166 этаж, да? Мы поднимались только что. Да, 166. 166-этажный дом. Вот так вот, ребятки. Догадайтесь, что с ножками. Ноги так болят, что я по храму не могу пройтись. Смотрите, сколько бананов. Сейчас я несколько бананчиков бы съел бы. Помните, когда я был тут? Служба проходила по полам. Женщины были на службе. А и тигр вон там. Я, кстати, туда не заходил. Это же храм тигра в скале. Туда там даже наверх можно попасть. Я сюда ни разу не заходил, вот наверх. Монаха попросим веревочку повязать. Вот храм тигра, видите? Тут даже зажигалочка тут валяется. Класс. Я сюда не заходил. Смотрите, какая паутина тут вообще будет. Все в паутине. Понимаю, здесь часто стукаются. Могли бы тут что-нибудь нарисовать. Помните, 3 года назад, короче, тут девушки молились, девушки-монахи. Она меня специально отводила, подводила. Короче, все мне показывала. Так как я был один вообще в закрытом храме. Это было что-то.
набора, типа аптечка. Мы не знаем, что это. А, нет, вот это аптечка, например. Просто аптечка, короче. Полная аптечка, нарисован даже крест. Вот здесь написано, что здесь содержится. Тебе, братишка. Это какой-то настоящий скелет. Это не похоже на пластик или на что-то, да, похоже на кости. Да, он что-то совсем маленький. Да, как будто как ребенок. Погодка, только на машине кататься. Мы, наверное, поехали из храма. И уже все устали. Просто все устали. Едем монтировать, покупать пиво, монтировать, кушать. Нам тигра. Идем к машине. Погнали, может, какой-нибудь рыночек по дороге найдем. Там, может, суши какие-нибудь купим. Глянем, в общем. Что-то хочется перекусить даже. Так что, скорее всего, сейчас какой-нибудь рыночек найдем. Либо одну макаку с собой возьмем, но уже не живую. Я что, второй раз? Это было здорово. Это был полный пипец ногам. Ну, класс. Один раз можно. Но я был уже два. Ну что, нам полиция помогала припарковаться сюда, блин. Ну, пикап должен был раньше уехать. Как сильно такой. Так, в итоге, ну короче, парканулись, ну все нормально. Если полицейский помог паркануться, то это хорошо. Значит, машину не заберут. Так, идем мяско смотрим. А у нас чайник есть, у нас креветки можно пожарить. В чайнике можно креветки сварить. Взял себе креветосов полкило на 130. Мне полностью хватит для одного. Полностью хватит. Ну, рыбку можно взять. Это кальмары. Ну, кальмары, кстати, я не очень люблю. Но их, по сути, тоже можно в чайнике приготовить. Можно, кстати, попробовать. Ой, мелочь, мелочь какая, мелочь. Это только дразнить тебя. Поступает тарелочка мелочи. Крабики живые. Тоже можно в чайнике сварить. Но в них особо много не съешь. Хотя вот клешня, смотрите, какая хорошая. Прям. А вторая там. А, нет, второй. Ух. Хорош такой. Ты что, со мной биться будешь? Бьется самые морские улитки. Кальмарчики тоже. Рыбка по 60. Кусочки рыбки. Все можно сварить в чайнике. Так, надо найти помидоры. Быть вообще, и все, жизнь удалась. Может быть, еще один тостик, что вы налав мне купить. Это креветки тоже, 260. Какие-то хвосты маленькие, не понятно. А, не с икрой! Не с икрой. Взял три штучки. Три штучки взял с икрой! С икрой, креветки три штуки взял. В чайнике будешь варить? Да, да. А вот здесь это полкило. Огонь вообще просто. Кило мандаринок 60. Не знаю, взять, не взять. Все купил, получилось. На помидоры на 40 бат. Эти мандарины на 16 бат. Креветки 130 плюс 26 бат. 156 бат. То есть, в общем, на 200 бат. Полноценный ужин. Полноценный. За 20 бат такая связка бананов. Очень вкусный, мягенький. Вообще огонь. Кукуруза вареная. Уже очищенная.
будет есть куриное ухо. Прикиньте, куриное ухо будет. Это не куриное ухо, это свиное ухо. Свиное ухо. Зачем ты будешь свиное ухо есть? Я хочу попробовать. Ты себе по пальцу давай еще. Видишь, у него какой топорчик. Видишь, сейчас он приготовит. Там складется лист салата. Бумага, бумага, нормальный. Чувак, ты бесстрашный. Take away, okay? Свиные уши есть. Это ж до чего мы докатились, а? До свиных ушей. Это деликатес. Деликатес? А свиную попу не хочешь попробовать? Нет, там, кстати, было, продавали, видел этот хвостик и пятачок, блин, как он называется? Не, а морду? Не, пятачок это морда, нет, хвостик вот этот. Корючку маленькую. Нет, не видел. Немножко голодная. Вот картошку фри можно купить. 20 батов. Сомика можно приготовить. Куриную лапу можно приготовить. Ужас. Ужас. Я когда-то ел в детстве. Да нормально было вроде. Но сейчас что-то как-то не хочется. А тут курица целая уже. Ну, тетенька, это чуть ли не руки. Жирные, жирные. Ты там не поймешь на самом деле. О, большая. А это у, да, петух, да. А вот с яйцами прям курица. А, вот так это выглядит? Да. Когда я зарубаюсь, у нее яйца оставляют. Вот, вот, все яйца. И они просто еще не дошли. Едем, так сказать, за пивасом. И, наверное, посмотрим, ну, кто что сварит, тот и подойдет, так сказать. Я с креветками подойду. Я с ухом. С ухом, с ухом. Огонь. Ладно, все, идем. У нас сегодня большая компания. Вот так вот. За рулем. Не сложно. Вот ребята как-то соображают. Вчера Игорек с Наташей мне пил. Сегодня казахи мне пил. Очень приятно. Спасибо. Блин, огонь. Сегодня посидим, отдохнем, попьем пивка. Так, вечерочек ожидается. Классно сзади смотрится, как будто рога такие растут, розовые. Что, есть что, ходи. Вот так вот и собираемся. И полный багажник. Ох, какие. С икоркой. Ням-ням. Тенчик. Хоп. Тенчик, хоп. Тенчик, хоп. И остальные обычные. Ну, в смысле, они такие же примерно. Но без игры. Ням-ням. Огонь? Ушки. Ушки, денежки, все огонь. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Короче, 350 бат. Такой. Юля, то в гости не дашь? А ты положи, положи. Она сейчас все равно съест. Вы ему скажите, кис-кис-кис. Кошки знают. Скреметовские. Помидорки. Ой, здесь уже очистки. Ухи. Это что? Паттай. Паттай. 20 бат. Вообще бесплатно. Угу. Рыбка. А вот рыбка, кстати, все. У тебя троих сегодня рыба была. И суши. У тебя да, суши, да? Ура! Нам включили футбол в баре. Огонь! Огонь! Yesterday! Чем ребята не могли настроить. Чемпионат мира! Да. Финал! Так? Да. Так? Гол!